12 апреля в университете Лобачевского прошла презентация компании «Harman». Мероприятие было адресовано всем будущим программистам и инженерам и стало для них знакомством с представителями этой крупнейшей международной компании, давнего партнера университета и потенциального работодателя. У нас уже долгосрочное сотрудничество существует с Нижегородским университетом. А по каким направлениям? По направлениям, которые связаны с программированием. Мы хотим привлечь внимание университетской общественности, в первую очередь студентов, которые потенциальные наши работники в будущем, к тому, чем мы занимаемся, какие у нас интересные проекты, обратить внимание студентов на какие навыки им нужно успеть получить перед тем, как устроиться к нам на работу. Если мы говорим о развитии промышленности, производства, если мы говорим о повышении качества выпускников, то университеты и компании просто обязаны сотрудничать между собой. Компании, им нужны кадры, безусловно, высококвалифицированные кадры. Компаниям, конечно, полезно влиять на учебный процесс, оценивать качество. А для университетов нужны современные технологии. Так что это крайне взаимовыгодное сотрудничество. В ходе презентации студенты и преподаватели Института информационных технологий, математики и механики, физического и радиофизического факультетов университета могли задать вопросы представителям московского и нижегородского офисов компании, увидеть образцы новейших разработок, принять участие в специально организованной викторине и получить ценные призы. «Harman» ориентирован на вот такое содействие студентам на обучение, потом работу у них. Очень удобно для нас стартового опыта в работе. Ну а дальше ты либо понимаешь, что это было интересно и остаешься, либо продолжаешь свою карьеру. Организатором мероприятия стал Центр карьеры университета Лобачевского, благодаря которому у студентов появилась уникальная возможность сделать первый шаг на пути дальнейшего успешного трудоустройства.